Он опять украл все. Подожди, как украл? Подожди, как украл? Я же возвращал деньги. Как он мог украсть? Не знаю, его даже дома не было, мне кажется, это время. Хотя... Ой, господи. Все, еще раз, для зрителей. Зрители ничего не понимают. Погоди. У меня осталось только 5000 рублей из тех денег, которые ты мне вернул. Те 140 тысяч, которые вернул, это те 140 тысяч? Здесь 140 тысяч рублей. 140 тысяч рублей, которые ушли на донат в Майнкрафте на наш сервер. Все же украл. Я не знаю, ну что ты же надо делать с этим? Что... Да как? Посчитай, посмотри, посчитай, смотри, сколько денег. Что ты деньги хочешь сказать? Реальные, ты понимаешь или нет, что это настоящие деньги? Дай, я тебе... Куда ты куда пошел? Куда ты обрался? Я сейчас схвачу, я куда знаю. Ты куда уходишь? Да, это были последние деньги. А куда они делись? Где Леха? Он снова украл 145 тысяч рублей и сбежал из дома. Что будет дальше, смотрите в ролике. Друг, послушай, ты можешь так же, как и я, стать владельцем сервера на нашем сервере в Майнкрафте. Став владельцем, ты получишь почти такие же права на сервере, как у меня. Например, ты можешь превратиться в невидимку прямо перед Гриттером, а потом появиться прямо у него за спиной. Владелец сервера может превращаться в любого моба, ну, например, в плазму. Став мобом, полети Гриттеру ломать его сундуки с алмазами, пусть он офигеет. Так, все, давайте-ка превратимся обратно в игрока. Кстати, послушай, став владельцем сервера, ты сможешь построить себе абсолютно любой дом на сервере, и никто тебе его не сломает. Смотри, как это выглядит. Гриттер подходит к твоему дому и пытается его сломать. Но Гриттер получит сообщение, что это регион владельца сервера, его сломать нельзя. Владелец сервера может установить себе вообще любой префикс. Ну а хочешь, вообще отключи себе префикс. Став владельцем, ты сможешь вычислять настоящий IP-адрес Гриттера с помощью команды SYN. Прописываем в чате команду SYN Гриттер, и нам выдает настоящий IP-адрес Гриттера. Теперь можно троллить Гриттера. Получив доступ к региону, ты можешь полностью разломать дом Гриттера. Ну а потом пропиши ему настоящий килл. Став владельцем, ты сможешь устроить судебное заседание Гриффера. С помощью команды Jail ты можешь посадить Гриффера в тюрьму и позвать игроков со всего сервера. Судья, что вы думаете по поводу Гриффера? А вы что думаете? Итак, решено прописать килл Гриффера. Все эти права ты можешь получить, если ты станешь владельцем сервера на сервере Серджо Краб. Привилегия владельца сервера без скидок стоит 6000 рублей. Ну и конечно, мы запускаем скидки в 97%. И кстати, купить привилегию ты можешь прямо со своего телефона на нашем сайте Серджо Краб. Становись владельцем, заходи на Серджо Краб. IP в описании под видео. Смотри, у него появился монитор опять. Подожди, он же его продал. Подожди, он же... Так, еще раз, он дома появлялся? Я не видела его, я... Вот насколько я созвонилась, он по друзьям бегает. Вот с тех пор еще так и бегает по друзьям. Получается, он дома не был, получается. Я не знаю, что делать. А, был, подожди, а как же он... Получается, что был, потому что ну больше некому забрать... А ты что, оставила деньги в шкатулке, вот так? Я же их вернул. В кошельке же. Ну, а в шкатулке-то, конечно, взять легко. То есть я тебе отдал деньги. Кадры будут здесь, как я вернул деньги из прошлого ролика. Он убежал из дома. Он получается, он приходил домой, правильно? Да. Ты видел, как он приходил? Нет, я не видела его. Вот именно что. И последние деньги, получается, он забрал. Ну, 5000 только за больше просто некуда. Я до него дозвонилась, он сказал, что он придет, ему что-то надо. Я не поняла, то ли забрать надо, то ли что. Я поэтому позвонила, думаю, чтобы сразу его вывести на чистую воду. Потому что у меня это последние деньги, я уже не знаю. А, то есть он приходит, и сейчас мы будем спрашивать, где деньги. Ребята, будет продолжение, если он придет. Все, стопаем. Как будто... Это он, получается? Или... Да. У него же ключи, наверное, есть. Я не знаю, чего. Так. Ребята, сейчас очень важно. Он сейчас приходит, мы должны узнать, где деньги, которые я... Сейчас. Заходи. Сейчас, пока вот здесь перечислю. Здравствуй, блуждающий. А ты что здесь делаешь? Как я что сделал? Мне мама твоя позвонила. Сказала, пропали опять 140 тысяч, которые я вернул неделю назад. Замечательно. Ну, ты, аривидерчи. Куда? А что, ты уходить собираешься? Не... Погоди. Не, подожди. Я тебя не отпущу никуда, Леша. Почему? Леша, остайся, разберемся сначала. Пропали 100... Я уже... Короче, 150 тысяч пропало уже. Нет, до свидания. Куда ты пошел? Леша, давай разберемся, по-хорошему разберемся. Я вернул деньги, ты их свистнул, получается. Ты, получается, здесь был. Правильно я говорю? Ты почему вообще в шортах на улице октябрь месяц? Ты почему в шортах гуляешь? Да, кстати. Одеться не мог нормально? Там октябрь.
На улице холод, у меня и сердце разрывается, еще и деньги пропадают. Ну что это такое, Лёд? Чего вам надо? Давай, рассказывай, где? Иди туда, что вам надо? Чё? Где 150 тысяч? Что ты стой, ты пришел домой, ты убежал. Смотри, в тот раз? Это, кто это мог сделать, кроме тебя? Осталось 5 тысяч. Что значит без понятия, Лёш? Ну давай, ну по-честному, ну кто? Это что у тебя там в комнате? Да, давай, вот вопрос, откуда монитор, во-первых? Это что такое? Монитор. Откуда он? Откуда ты же его продал. Ты купил это на деньги украденные? Лёш! Лёш, откуда монитор? Спрятан он был. Так ты его не продал, что ли? Где тогда деньги? Лёх, ты еще и гриф... Ты где ночуешь эти дни? У тебя мама переживает. У друзей. И играешь у них тоже у друзей? Играю тоже. Макс, играешь тоже, грифериш, у меня есть кадры, зачем ты это делаешь? Обратите внимание, написано: игроки, идите на Евар Бифри 1, тут в домике будут выдавать админки бесплатно. Все видели, что написано, посмотрите, это обычный домик, здесь, казалось бы, что может такого произойти, ребят? Это обычный домик, здесь уже собрались игроки, посмотрите, если мы нажмем на F5, сколько здесь игроков, вот они все здесь находятся. И это делает тот самый грифер, он будет на ваших экранах, я просто уже знаю, что будет. И смотрите, сколько здесь собралось игроков, казалось бы, что такого? Вот он, обычный домик, здесь находится на территории, ничего не произойдет, да, как бы, но сейчас смотрим, следим, мне кажется, я знаю, что будет, потому что я знаю, что будет. Посмотрите, если мы сейчас, я не буду туда телепортироваться, привет, друг, в течение 5 минут ты получишь админку, посмотрите, что здесь написано, дальше написано, скоро приду и выдам админа бесплатно, вот оно дальше идет, тут, ну, всякие таблички, не уходи, если хочешь получить админку бесплатно. Обратите внимание, вот они все здесь стоят, ничего такого не происходит пока что, скоро будет конкурс, не пропусти админку, но по идее должно что-то произойти, я знаю, что я со скрытого ника, ребята, напоминаю, я Пикачу 23. А, обратите внимание, они полетели, ё-моё, они туда полетели, как посмотреть? Вы посмотрите, что сейчас произошло, как там было, E-Warp-Free-1, сюда срочно летим, посмотрите, о, кильнулись, они разбились, обратите внимание, они все упали, и все, и тут киллы прописались, вот, это делает Лёха, это, я знаю, что это делает Лёха, потому что... IP тот же самый, что и был с прошлого раза. Просто обалдеть, вот они пропали, эти ресурсы. Вот так сюда падают игроки. И все, и кстати, а, все, посмотрите, заделали, здесь заделали эту штуку, эту дырку, все, здесь вон сейчас владельцев, кстати, много сюда телепортировалось. Они не кильнулись, естественно. Вот у нас такой владелец с моим скином. Посмотрите, у него маска на лице. Владелец. Он не разбился, конечно же, это тоже владелец. Значит, Евард B3-1. Вот так, вот мы сюда телепортируемся, вот он такой домик, здесь такая штука происходит. Посмотрите, здесь так много владельцев. Это тоже чувак, а это VIP, просто VIP, но он просек, что сейчас будет, что здесь вырезает пол. Вот такая штука, друзья, вот так может быть. Вы можете попасться вот сюда. Это делает Леха, но его здесь сейчас нет, на самом деле, в данный момент. Именно вот здесь, среди нас, игроков. Потому что он не палится, он специально не палится. Но он не находится дома у себя в квартире. Опять он купил владельца, да, одного владельца купил, чтобы не палиться, и такие вещи делает. Он гриферит, посмотрите, опять же, не уходи, если хочешь получить админку. Скоро будет конкурс, не пропусти админку. Привет, друг, ничем 5 минут. То есть обычный такой дом, обычный дом, ничего здесь примечательного не происходит. Вот так вот. Я как бы скрытно поставил камеру и решил посмотреть, что будет твориться в этом домике. Обратите внимание. И посмотрите на один момент. Игрока кильнули ни за что, и кильнул его владелец сервера с моим скином. Я решил, что я не буду ему ничего делать, но если вы считаете, что его нужно забанить, пишите комментарии. Пожалуйста, мне важно ваше мнение. Смотрите, полетели, нет, полетели, все, килл, чувак, килл прописал, все, а, упал, все, этот собрал у него вещи, вот он собирает у него вещи, он может ли сломать, нет, он не может сломать, мы убираем F1, вот мы сейчас здесь находимся, посмотрите, это был килл, вот этот домик, и вот они все здесь стоят, вот так это выглядит, быстрее снимаю, посмотрите, пола нет, вот такая вот штуковина здесь образуется, очень обидно, что так происходит, это делает тот самый грифер, вы все его знаете, вот, как будто ни в чем не бывало здесь, вот, посмотрите, обратите внимание, обычный дом, казалось бы, обычный дом, мы сейчас с вами прописываем хом. Вот так, я рядом здесь с домом нахожусь, посмотрите. А, уже пол прописался, обратите внимание, смотрите. Ой, мне написали секунду. Это, да, смена кадров.
Ну что, друзья, вот такая штука, он гриферит, видимо, у друга сидит, я не знаю, где он сидит, вот такая вот штука, он до сих пор вредит серверу, он стал владельцем, чтобы сетать пол и делать вот такие вещи, надо этот дом разламывать, надо забирать владельца, сервер у него опять, и как бы, да, вот такая вот штука, не знаю, что с ним делать, где-то сидит у друга, надо забирать владельца. Если вы хотите играть на сервере, заходите, IP в описании под видео, прописывайте спаун, и у нас вот так круто здесь, открывайте кейсы, давайте, IP в описании под видео, гоу, и продолжай смотреть видос. Не знаю. А, типа не в курсе. Ну что ты взял деньги же, ну ты же взял деньги. Ты домой приходил и взял деньги, правильно? Пока мама не видит. Нет. Нет? А как тогда? Я вернул маме 150 тысяч уже, забыл сколько там, 140, 150. И ты их пришел, получается, взял. Больше просто некому было, Леш, ну что это такое, ну? А слабо было, знаешь, не брать деньги, а повыживать вот так. Заработать их, не знаю, там... Вон, сколько ребят сейчас работает, кто-то, ну, в разных сферах. Леш, ну просто, ну это ненормально, это последние деньги, которые были в семье, ну это что такое, ну как ты? А ты еще 5 тысяч оставил, да, пожалел? Типа, маме 5 тысяч пусть останутся, да? Было? 5 тысяч сейчас на продукты, только на целую семью, сходишь, ужло все сразу же, что эти 5 тысяч, ну Леш, зачем? Я не понимаю просто, ну как... Что вот, я не знаю, вот работаешь, стараешься, что ты делаешь, откуда ты это все? Стой. Это что такое? Это деньги? Же. Что это? Это что, деньги? Деньги. Покажи. Это те деньги, которые ты... Ничего не пойму. Все-таки ты их украл. Я ничего не понял. Ты свистнул деньги и сейчас возвращаешь, что ли? Стоп, зачем ты их тогда брал? Да я вообще не знал, что здесь такая фигня происходит. Я вообще пришел, чтобы просто, короче, забрать и тихо посунуть их в шкатулку. Ты хотел вернуть деньги тихо? Да, это приходил. А зачем ты их брал? Ты же их не донатил, получается? Нет, не донатил. А зачем ты их брал? Совесть проснулась. Так, получается, это деньги, которые я... Вот они, 150 или сколько там, да, уже? Тысяч? 140? 145 будут? Иди, поди в шкатулку. Все нервы стребал, ну зачем вот это вот делать? Ну, Леш, ну что с тобой происходит? Ну почему так все время, я не понимаю? А ты еще гриферил. Зачем ты опять, ну когда уже закончится вся эта эпопея, расскажи мне, ну сколько можно уже мучить меня? Ну ты же взрослый уже мальчик, Лёш. Просто уже нервов не хватает. Ты что, еще сейчас уйти собираешься? Или ты остаешься? Да, может, дома все-таки ты остаешься? Давай ты дома остаешься. Не уходи никуда, давай будем разговаривать, будем решать эту проблему как-то. Не знаю, я уже устала. Не надо никуда уходить, не надо бегать по друзьям. Решим сами все проблемы, пожалуйста. Но только не надо больше так делать. Давай, давай, деньги засовывай, да, прячь их. Да чего уже прятать? Уже все места знаешь. Все места уже знаешь, Леш. Ну куда прятать? Вот. Ладно, хоть совести немножко еще осталось у человека. Ну ты спасибо, что вернул. Давай руку, давай. Спасибо, что вернул. Да, еще молодец. Бы брал, еще бы, еще бы не брал, и давай оставайся дома. Мне это вообще выкладывать? Я что-то чувствую, ты плачешь так. Может, не надо показывать это никому? Не, ты честно скажи. Раз плачешь, что ли? Ладно, выкладывай. А то, может, слишком лично ты я уже вернул. А то мне, знаешь, часто пишут, все же ты приходишь, вот, и из-за тебя плачут все проблемы, нафиг ты приходишь. Ну, из-за тебя, что ли, плачут? Вот из-за чего плачут? Ну, я все равно чувствую себя виноват. Вообще, как будто все это я вот затеиваю, всю эту ерунду развожу, не знаю, как снимаю это все. Не извините, уже столько времени эпопея это длится, я не знаю как. Ну, давай, ну, блин, давай скажем ребятам, поддержите маму. Спасибо, кстати, что смотрите, реально. Благодаря вам вообще... Спасибо большое, да. Мама всегда испытывает большую поддержку. Там, да, я хотела сказать, что там такая поддержка. Слава богу, хоть ну кто-то понимает из ребят. Спасибо большое, что пишете. Ваши комментарии. Мама читает, я читаю. Я буду лайкать, пишите. Вообще хороший комментарий, поддерживаем маму. Давай так,
10 тысяч комментариев тебе соберем хороших. Ты порадуешься, если 10 тысяч комментариев будет? Ну, представляешь, ты заходишь под ролик, а там 10 тысяч комментариев, и все написано: «Мама, не плачь, мама, держись, мы с тобой, ставим тебе лайк». Короче, давайте, ребят, подписчики, я надеюсь, вы не подведете. Все, даже это увидел. Я пришел сам, не знал, что так получится. Все, давайте. Комментарии. Попрощайся, Леш, хотя бы. Леша, пока. И тебе, собачка, пока. Все. У вас это играет? Ага. Ну вы поняли, ребята, мы поняли. Я сейчас сажусь монтировать ролик, и я надеюсь, то, что вы поддержите комментарием, потому что она будет, я думаю, улыбаться от этого. Посмотрим, вот видео предыдущее с ней. Кто не видел, посмотрите. Вот здесь стоит Леша, стоит его мама. Вот это видео предыдущее. Здесь было начало истории. Вот, я надеюсь, то, что вы под этим же роликом, который вы сейчас смотрите, оставите комментарий. Видите, здесь 1335. Давайте сделаем 10 тысяч. Ну давайте, вот два раза по 5. 10 тысяч будет комментариев, вот, я сам пишу здесь комментарии, и надеюсь, вы поддержите, все, я надеюсь, вы не разочаруете, вы же мои подписчики, просто пишите ей хороший комментарий, порадуем ее, будет здорово, надеюсь на вас, спасибо за просмотр ролика, я даже сам напишу свой комментарий, я и сам напишу свой комментарий, все, давайте, это, да, это мой кактус, я купил его, потому что он впитывает в себя, как бы, энергию от монитора, я много сижу, монтирую, и глаза устают, и вроде как он должен помогать, потому что он берет на себя часть энергии. Ну, можете даже загуглить, почитать. Вот я вот такой кактусик взял себе. Да, вот. За 150 рублей. Ладно, все, ребята. Продолжай просмотр, ставь лайк, пиши комментарий. Всем пока.